Добрый вечер. Сегодня 7 мая 2020 года, время 19:09. По адресу город Екатеринбург, улица Луганская, 6, расположен эротический массажный салон, оказывающий сексуальные услуги интимного характера, СПА, Империя СПА. Значит, при свидетелями Свердловской региональной общественной организации ранее по данному адресу проводилась фиксация нарушение действующего законодательства, то есть был выявлен факт незаконной деятельности, а именно факт работы данного заведения без специального разрешения в нарушении действующего законодательства, а также нарушение действующего указа губернатора об ограничительных мерах, принятых в Свердловской области. Однако до настоящего времени данное заведение работает, что было зафиксировано сегодняшним нашим присутствием. Значит, находимся внутри салона. Сегодня при свидетелях Свердловской региональной общественной организации была проведена проверка деятельности данной организации, а именно организация, занимающаяся деятельностью организации Притона. То есть в данном заведении оказывают интимные услуги, эротический массаж. То есть происходит имитация полового акта, что равносильно половому акту. Значит, наличие имеется помещение приема гостей. В данном помещении принимаются гости. Представляются девушки для выбора для клиентов. Далее идут помещения, где непосредственно происходит действие противозаконного характера. Имеются также другие помещения. Тоже соответствует тому, что как бы описано выше. Приятно познакомиться. Тихо, стоп. Девушки, это Свердловская общественная организация «Народный контроль». Мы к вам приехали с проверочкой. А вы работаете, да, в период ограничений и без специального разрешения? Вы осуществляете незаконную деятельность, вы знаете об этом? Без специального разрешения и в нарушении указа губернатора. Значит, сейчас мы этот факт фиксируем и вызываем полицию. Свердловская региональная общественная организация «Народный контроль». Мы уже у вас были в прошлый раз. Что? Что полиция приезжала, двери закрыли. Сейчас будем вызывать повторно полицию. Давайте, пожалуйста. Здесь есть еще кто-нибудь есть еще? Нет, больше никого нет. Девушки, девушки? Никого нет. Больше никого нет? Нет, нет. Можно посмотреть? Никого не надо снимать, пожалуйста. Меня уберите. Не, ну просто посмотрите. Например. Мы из общественной организации, мы контролируем законную деятельность. Ну я знаю, что вы контролируете. Да, мы вот были у вас недавно, кстати, вот были. Посмотрите. Да не надо снимать меня. Вы что, вы незаконно снимаете вообще? Общественное место имеет полное право снимать. Места, где осуществляется незаконная деятельность, имеет полное право снимать. Пройдите, пожалуйста, сейчас мы с вами поговорим. Вы с кем работаете? А? Кем работаете? В смысле, с кем работаю? Кем работаете вы здесь? Уберите, пожалуйста. Какую должность вы занимаете? Я? Угу. Встречаю гостей. Гостей, да? Чем гости занимаются здесь у вас? Гости приходят, общаемся, что... Имитация полового акта? Нет. Притон? Нет.